Новый год наступил, Рождество на носу, и вот мы опять рекомендуем много хорошего кино. Вместе с партнером нашей программы, компанией «Талон Днепр», мы с Мусей говорим, что смотрите все-все-все подряд, но исключительно хорошее. Абсолютно замечательно, это холистическое детективное агентство «Дирка Джентли». Новый сериальчик по Дугласу Адамсу. Вы будете в восторге. Невероятно вкусный фильм. Элайджа Вуд играет одну из главных ролей, вторую главную роль играет Сэмюэл Барнетт. Фантастика. Просто фантастика, запредельщина. Вам понравится. Динь-дон. Девушка пропала. Ее отец убит. Странно, правда? Отдайте шавку, или я ее убью. Отдай нам ее, или сбросим шавку с моста. Я блефую, но если он ее пристрелит, бросай шавку с моста. Это огромный прорыв в деле, но вполне вероятно, что мы умрем. На помощь кто-нибудь! Не нравится мне все это. Мы не будем его убивать. Почему? Все связано. Я тебе не Ватсон, придурок! Вселенная втянет тебя в это дело, хочешь ты этого или нет. Теперь ты важный участник расследования. Детективное агентство «Дирка Джентли». Том Форд, человек, который был дизайнером, сменил профессию и стал режиссером. Под покровом ночи его новый фильм. Он прокатался по многим фестивалям. Сейчас есть номинации на «Золотые глобусы». Еще много-много-много номинаций. Вероятнее всего будут номинации на «Оскары». Эми Адамс, Джейк Джилленхол и много-много других актеров. Майкл Шеннон, Аарон Тейлор Джонс, Арми Хаммер, Айла Фишер. Это сильное кино, которое пропускать ни в коем случае не нужно. Под покровом ночи. Бывший муж говорил, что я живу под покровом ночи. Я и не знала, что у тебя был муж. Ты любила его? Я совершила нечто ужасное. Я ушла от него довольно жестко. И что же нам делать? Вопрос в том, насколько сильно ты жаждешь правосудия. Это безумие. Вы совершаете большую ошибку. Я всю жизнь буду жалеть об этом. Пусть в аду поломают головы, думая, как мы это обставим. Никому не позволено безнаказанно совершать подобное. Даже ей. Под покровом ночи. Первый «Плохой Санта» был абсолютным шедевром. Второй, ну скажем так, это не шедевр, но зимой так приятно посмотреть на мерзкого, сквернословящего, похабника, алкоголика Билли Боба Торнтона, который, тем не менее, оказывается невероятно душевным, плохим Сантой. «Плохой Санта 2». Смотрим трейлер. Мне уже 21, я большой мальчик. Уже 21? Странно. Значит, у тебя еще ни с кем не было? Нет. Иди ко мне. Иди. Отведай моих поджаристых булочек. Нет! Хочу Майнкрафт, Звездный путь 5, сразу в том райдер. Не понимаю, о чем. С тем же успехом можешь продолжать на суахили. Пятую GTA. Пошел ты в Лос-Анджелес. Есть сообщница, которая все организует. Сколько тебе? Уже 15. Мама. Узнаю почерк. У тебя удар, как у отца. Ну, куда же на праздники без классных мультиков «Тролли». Это не шедевр, но классный мульт, который развлечет вас, порадует, доставит удовольствие. «Тролли» — так и называется кино. Вот
DreamWorks Тролли. Питер Берг был средненьким актером. Неплохим, но не более того. А потом он ударился в режиссуру и стал классным режиссером. «Уцелевший», «Сокровища Амазонки», «Морской бой». Ну, это, скажем так, не самый лучший вариант, но он поставил Хэнкока. Он сделал сериал «Футболисты». Марк Уолберг, один из его любимых актеров, играет главную роль в новом фильме «Глубоководный горизонт». Вы скажете, что смотреть такое кино на праздники тяжеловато. Мы с вами ответим, смотреть нужно хорошее кино, а это хороший фильм. Да, еще Курт Рассел там играет, Малкович играет, ну, там много замечательных актеров. Посмотрите трейлер к этому фильму и приготовьтесь к тому, что этот фильм нужно обязательно посмотреть. Хорошо. Тогда все узнают, что мой папа приручает динозавра. Мы с Мусей, партнером нашей программы компании «Талон Днепр», желаем, чтобы Новый год был классным. И Рождество проведите хорошо. Все-все-все праздники проведите хорошо. Дай нам Бог всем мира, счастья, здоровья и любви. С праздниками! Всего!